Всем привет! Сначала подпишись на мой канал, нажми на кнопочку подписаться и на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Сегодня я пошла в магазин, чтобы купить своей лучшей подруге подарок. У нее через 2 дня день рождения. Я немножко забыла, когда у нее день рождения. Поэтому я иду и выбирать ей подарок. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть игрушки для детей? Конечно, вон. Ух ты, сколько игрушек. Надо пойти взять тележку. Не поможете? Конечно. Только сама вот возьми, пожалуйста. Так, вот так. Отлично. Так, начнем вот отсюда. Я должна еще выбрать себе новое платье и открытку для своей лучшей подружки. Так, что тут у нас? Корона и наушники. Пока ничего. Котик умник. Не, скучно. Ой, какая здоровская, она мне так нравится. Но впереди еще куча игрушек. Подожду. Ой, маска упала. Надо поднять. Так, ну что ж. Нет? Пока ничего. Ой, куколка. Надо эту тележечку отодвинуть. Не люблю я эти маски. Для кого они вообще нужны? Вот эта куколка красивая, но не для подарка на день рождения. На день рождения нужен подарок подграндиозней. Что-то мне маска вообще слезла. На глаза прям залезла. О, это же куколки Лол. Лол Хергус, Лол Бабочка, Фея и Лол Снежинка. О, я всегда мечтала о таких игрушках. Но я подарок выбираю не себе, а своей лучшей подруге. Так что я, скорее всего, возьму вот эту мою куколку. Или лучше фею, или снежинку. А там ведь еще есть игрушки. Миленькая совушка, Эверест, девочка Сконс и пандочка. Как же трудно, что же мне выбрать? Платье я себе и выберу, не переживай, Вика. А что же мне выбрать? Не знаю даже. Выберу-ка я, наверное, Лол Хергус. Такс. Ой, что-то ничего у меня не получилось. Ой. Ой, какая красотка. Опять моя маска уехала. Красавица. Так. Покрепче закрепи масочку. Не упала. Так, мы ее сейчас положим в корзинку. Так. Вот так. И еще вот мне очень понравилось вот это. Миленькая пандочка. Сейчас мы ее тоже положим в корзинку. Все, игрушки попадали.
Эй, девочка, а ну-ка быстро подними все игрушки. Ты уронила мне все. Ладно, ладно, хорошо, не ругайся, сейчас я приберу. Так, вот так. Эта Лол должна сидеть. Вот так. Вот так. Отлично. Ой, опять упала. Так, ну что ж, я все взяла. Теперь нужно посмотреть насчет платьишков. И вообще, какой день рождения без цветов и открыточки? Ой, какие все красивые! А цветы-то какие красивенькие! Не знаю, роз мало, а вот этот букет мне даже нравится. Надо мне его достать. Опять эта тетенька мне не разрешит. А открыточка мне больше всего вот это понравилось. Цветы я все-таки возьму-ка вот эти. Ну а какие же мне платья выбрать здесь? Вон они все какие красивые. Я прям даже не знаю. Ну, можно и порассуждать немножко. Вот это вот. Ой, ай! Ой-ой, я скинула одно платье. Ладно, сейчас поправлю. Так, вот это первое платьишко. Оно мне нравится, оно красивое. Но какое-то оно темненькое. А вот это платьишко. Мне кажется, в самый раз до дня рождения. Так, что у нас тут? Кошелечек есть. Ой, это же мой кошелечек. Как он тут очутился? Еще есть резиночка. Но резинка мне моя нравится. Это, наверное, для синего платья поясок. Даже не знаю. Оно в этом будет мне жарко, скорее всего. А это, ну, немного некрасивое. Или это? В каком же мне пойти на день рождения? Я не знаю. Померю все. Это и это. И посмотрю, какие платья лучше. Приложу просто, а то мерить уже нет времени, да и не хочется, лень немного. Вот, как-то так. О, ну, не очень, но мне нравится. Пожалуй, я все-таки куплю вот это платье с пояском. Она мне очень понравилась. Ой, как у меня уже много вещей в корзинке. Я и не заметила. Так. Положим платьишко. Так. Ой, опять упала. Так. Резинку и платьице. О, как надо собираться к подружке на день рождения. Все надо купить и поновее. А теперь на кассу. Так, во сколько всяких товаров. Пока мне тетенька считает, я пойду за кошельком. Так. Это Лол, куклы, мишка, открытка, пояс, еще платье тут.
Ой, сколько же товаров. Надеюсь, у девочки хватит за это все заплатить. А то мне придется вызывать полицию, если у нее не хватит денег, чтобы оплатить все эти товары. А я сомневаюсь, что у нее хватит денег на все товары, которые она выбрала. Эх, ну ладно, судить не буду, потому что девочка еще не пришла. Странно, где ее кошелек с деньгами? Я здесь, с моим кошельком. Сколько же с меня? С вас, моя дорогая? 2-3? Ой, нет, это я без платьишка посчитала. И без резиночки. С вас 4000. 4000? Это ужасно много. Я не смогу, наверное, столько отыскать в моем кошелечке. Надо посмотреть. Раз, до два, до три. Денежки такие темные. Ах, ну, вот я и нашла только всего лишь 5000. Мне хватит, надеюсь, на, чтобы оплатить все мои покупки. Вот ваши денежки, тетя. И отдайте мне мое платье. Вот так. А эту тележку я верну попозже. Я маму. Моя мама меня забирает. И я положу все это в машину. Пока-пока. Я надеюсь, ты не забыл подписаться на мой канал и поставить этому видео лайк. Не забывай. Пока-пока. Я пошла разбирать все эти вещи. До следующей истории вам. До следующей истории, ребята. Пока-пока. И не забывайте одевать маски, когда ходите в магазин. Вот такая история произошла сегодня в поход в магазин, чтобы собрать подружке подарок. У нас будет следующее видео. Это видео первое на моем канале. Лал Снежинка!